ответа недоумеюще, сию ти молитву яко владыце, грешни приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на Тя поповаху, не прогневайся на низилу, ниже помяни беззаконий наших, но презри меня, яко благоутробе, избавины от враг наших, Ты бо еси Бог наш, и мы люди Твои, сидела руку Твоею, имя Твое призываем, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты боишься спасение. Рода христианского. Господи, возвак Тебе услыши мя, услыши мя, Господи. Господи, возвак Тебе услыши мя, вон ми глас умоления моего, внегда возвати ми к Тебе, услыши мя, Господи. Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя, услыши мя, Господи. На земле Матронушку не забыли. В Покровском монастыре, в Москве, покоятся ее мощи. Православной церковью блаженная Матрона прославлена в лике святых. И снова нескончаемым потоком идут к ней люди, и она слышит каждого и молит Бога о нас. Помолись за меня, помолись, поддержи меня в жизни суровой, ко мне теплой рукой прикоснись, подними меня снова и снова. Помолись за меня, помолись, я так быстро слабею в дороге. Покажи мне заветную высь, чтобы имел